В Анапе возобновили практику утренних обходов города. Они позволяют оперативно выявлять недостатки и фактически на месте решать, каким образом их ликвидировать. Вчера сотрудники администрации города с первым заместителем главы курорта обошли улицу Терскую. Сегодня побывали на Краснодарской. Завтра планируется посмотреть состояние улицы Витязева и станицы Анапской. С чем связана необходимость личного контроля ситуации, в нашем интервью с Сергеем Петровым. По поручению главы города Полякова Юрия Федоровича сейчас ежедневно будем проводить обходы улиц. У нас есть распоряжение главы, которое раскрепляет наших сотрудников, а также заместителей за определенными районами, улицами. Вот. Цель и задача этих обходов – это приведение к какому-то определенному архитектурному облику. То есть, чтобы, если это улица Горького, предположим, чтобы она была похожа на улицу Горького, чтобы объекты были, как бы не выходили из какого-то определенного архитектурного образа, и чтобы это все было соответствовало тем параметрам, которые должны быть как бы ухоженными, красивыми и чистыми. Основные претензии, которые мы предъявляем нашим жителям или хозяйствующим субъектам, это поломанная плитка, некачественный фасад, не покрашенные какие-то малые архитектурные формы. То есть делаем так, чтобы те отдыхающие, которые к нам приезжали, они видели красивый, ухоженный город.